На связи. Проверь по адресу. Девочка бросается с ножом. Вся квартира в крови. Принял. Сотрудники ЧОП «Балтийские медведи» совместно заступают на охрану общественного порядка с УРПП СП Московского отдела полиции. За полгода совместной работы были выявлены и пресечены административные правонарушения, найдены и доставлены в отдел полиции лица, находящиеся в розыске. А также на счету наряда неоднократные задержания лиц за совершение преступлений, в том числе и тяжких. Поступило сообщение о повторном срабатывании сигнализации, где находится аппарат с продуктами. По прибытию на место выявили, что аппарат разбит, увидели убегающего мужчину. Данный гражданин был задержан. При попытке задержать нам было оказано сопротивление. Данным гражданам была применена физическая сила и специальные средства в виде наручников.